Я никогда не переживал эту ситуацию остро, хотя действительно все технологии сейчас двигаются в сторону того, что человек способен, должен принимать решения по любому аспекту своей жизни и должен иметь выбор. И любой продукт, ограничивающий выбор, он нарушает базовую ценность. Мы вот как раз об этом говорили на круглом столе, что сейчас все-таки ключевой инструмент маркетинга – это ценности. И если не апеллируешь к какой-то базовой ценности, к свободе, к творчеству или к желанию там, чувствовать себя сопричастным к чему-то красивому и великому, то ты проигрываешь. И, конечно, в этом себе продавцы там, мобильных решений вредят сами, потому что они фактически отнимают человека право на выбор. Может быть, он бы и не воспользовался, но оно должно у него быть. Это обязательно.